На нашем факультете в прошлом году было открыто новое направление – это информационные системы и технологии, профиль информационной системы и технологии в архитектуре и строительстве. Ребята получают базовую часть, связанную с информационными системами и технологии, как и по всей России. Но чем уникален данный профиль? Он еще уникален тем, что изучают ребята специфику строительства, архитектуры, по проектированию инженерного оборудования с помощью современных программ, как Lira, SCAD Office, Revit, позволяющих выполнять расчет зданий и сооружений с помощью информационных моделей. И по завершению полного курса обучения выпускник обладает методами и средствами проектирования информационных систем, моделирования информационных процессов, управления данными, структурного и объектно-ориентированного программирования, разработки баз данных, обеспечения информационной безопасности, BIM-технологии, технологии «Умный дом». Ребята могут работать по окончанию вуза в любых организациях строительных, по проектированию, по эксплуатации информационных технологий, в IT-корпорациях, на предприятиях, добывающих и перерабатывающих отраслей промышленности, в управляющих компаниях, в органах местного самоуправления, в органах государственной власти. В общем, широкий спектр трудоустройства. На нашем факультете учиться очень интересно. Приходите к нам, двери у нашего факультета всегда открыты.